работает. Хотели подкопаться, начали подкапывать, а она начала трещать потихоньку. Вот решили ее обрезать, она упадет сейчас. Трещина пошла. Отбирает камни большие, которые делают Максима. Два слоя продолбим, а потом поставим стенки, а стенки уже начнем заливать бетоном. Она так высоко у нас не будет. Хотя бы сантиметров на 30 выше, это уже хорошо будет. Володя? Да-да. Все, она уже лопнула, сейчас будет падать. Ага, все, давай. Да-да. Может, ломик дать? Ломика, может, нет? Или там не доковырялась еще? Да не, она уже лопнула, все. Лопнула? А я где-то дал маленький ломик. Видишь, она уже падает. Брат, я где-то дал маленький ломик. Вот им надо повернуть. Кто-то старается залезть. Ломиком. Где я давал-то? На той стороне или где? На той стороне. Да, ты мне не давал. Там. Не давал? Здесь, здесь нет, что ли? Не лежат? На веранде. А, там ломик, да, извини. Я думал, монтировка. Не-не, ломик. Вот уже какая щель образовалась. Видно, отходит. Трещит во все. Да, она сейчас пойдет, она уже трещит. Все, Игнатий Тихонович, смотрите, все намного серьезнее. Это моя пена, то, что я отпенил там. Мелко отпадало? Да. Это моя пена, то, что я изнутри пенил. Так, кошки-то вы не выскочат там? Они сидят заперти. А ты когда запер их? Да. Когда сейчас? Ну, перед тем, как пошли на улицу. О, я их выпустил. А, выпустили? А. Пошел спрятать. Так, теперь что? Теперь надо, значит, так, это убрать, раздолбить и вытянуть. Оно ни к чему не нужно. Ну, так-то легче сейчас, оно расставить. Вот оно, подальше. Слышал, эта стена не пошла. Не, не пойдет. А вот оно, бревно как раз, видишь, напилено. Это вот все надо выбрать. Вот это тоже выдолбить. Да? Это же бревно, да, напилено? Не-не-не. Не-не-не, вот эта щель, которая в бревне, щель. Левее. Фундамент поднять. Выше. Вот это, вот эта щель, что такое? Почистить ее, она еще хорошая вот, да. Может быть. Да? Бревно заканчивается? Вот эту вот застыкать. Дальше ни под каким видом. Ее выковырить? А? Ее убирать? Да, пилить, по частям ее убирать. Там у меня пеноплекс стоит. Я изнутри пеноплекс заменил. До сих пор, дальше не трогать. О, какая красота, да? Хороша уже вот эта вот. Да. Карцный какой-то, с кварцем. Это все, соль? Нормально. Нет, не соль. Ну, это надо... Это... Убрать и сразу здесь мы подровнять. Вот это вот. Не вот эту далеко подровнять, а вот эту вот часть. Вот. Главное, вот эту вот. И мы сразу ее тут поставим щиты. Хорошо та сторона есть где-то. Щиты поставим, чтобы сверху бетон мог... А маленько пошире. Вот так вот сделаем его. И да, поднимем да. прямо, чтобы она уперлась сюда.
А то подрубить надо будет. Так, Володя, все силы надо тебе еще кого, возьми. Да. Игнат Тихонович, болгарку надо вот большую. Это бетон, это не асфальт. Он это, если там диск металлический, он ее распилит. Их можно оставить, не разбивать, как поднять их. Не, она ее машиной только если сюда. Или всей толпой. Нет, да и то, наверное, не справимся. Она не держала это, она была сбоку. Да, да, она висела. Но я так и сказал, что она была сбоку. А нельзя нам все вместе сюда ее сдвинуть? Можно попробовать, но это очень массивная. Она тяжелая. Не надрываться, подожди. Подожди. Она вот это вот, отрубить вот так вот ее. Вот здесь вот отрубить. Игнат Тихонович, это бетон, а ее только... Это, да бетон тут вот тоже сплошняком идет, бетон. Да, да, это она все... А лобика, ну-ка, лом возьми большой. Вот, видите, я пилил. Это бесполезно. А ну-ка попробуй вот здесь вот долби. Не, это бетон. Так. Она вся бетон. Подожди. А это у тебя дробилка-то не пойдет сюда подолбить? Так вот я долбил, но ей дольше намного. Это, ну, тут толщина большая. Вот это отломить надо вот это. Я понимаю. Она такая не нужна, а вот это отдельно мы ее приложим. Ну, я говорю, это диском быстрее будет по бетону. Каким диском? На болгарку большую, по бетону диском будет. А где она большая, где болгарка? Ну я вас спрашиваю. Никак нету. Нет. Ну тогда будем этим долбить, но это не скоро. Ну и скоро как есть. Ну ясно. Такой на тот вариант отпадает. У нас ломик есть большой. Его натащить надо. Нет, это бетон. Да займись-ка этим. Вот ломики бетон. Натащить надо. Ладно, давай, все, давай. Заканчиваем. Ну все, слава богу.